Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 93, упражнение номер 28. Найди первую площадь прямоугольника DEKM. Прямоугольник DEKM. У нас здесь, чтобы найти площадь, мы должны длину умножить на ширину. Длина равна 25 мм, ширина 10 мм. Мы 10 умножаем на 25. Получается 250 мм площадь прямоугольника DEKM. Площадь и периметр треугольников DEK и DKM. Чтобы нам найти площадь этих треугольников, мы должны площадь прямоугольника разделить на 2. 250 делим на 2. 200 делим на 2, получается 100. 50 делим на 2, получается 25. 125 мм площадь треугольников DEK и DKM. Чтобы найти периметр треугольника, мы должны сложить все три длины треугольника. Так как у треугольника стороны одинаковые, то и периметр у каждого из них будет одинаковый. 25 миллиметров. Это вот эта сторона. 28 миллиметров. Это сторона ДК и сторона ДМ 10 миллиметров. 25 плюс 28 плюс 10. 20 плюс 20 40. Еще 10 50. 5 плюс 8. 13. 50 плюс 10 получается 60. Еще 3. 63 миллиметра периметр треугольников DEK и DKM. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.